Одеській області є місто Кілія, і в Свято-Покровському храмі служить отець В'ячеслав Герасименко. Отець Володимир – це його син. Ми разом вчилися, співали у нас на хорі Одеської духовної семінарії. І, на жаль, трапилася біда. У отця В'ячеслава знайшли тяжку хворобу, енцефаліт, і привезли його, дякуючи Богу, в лікарню в місто Одесу. Спасли, батюшка живий, прийшов в себе. І сьогодні владика благословив мені приїхати привезти фінансову допомогу отцю В'ячеславу на лікування. І я привіз, передаю, і хочеться, щоб всі помолилися за протерея В'ячеслава, і щоб Господь укріпив, і ми почули радісні новини. Да, благодарим дорогого владыку Агафангела, благодарим всех братьев и сестер за такую сильную помощь и просим всех святых молитв. Дорогой владыка Агафангел, хочется сердечно поблагодарить вас за оказанную финансовую помощь. Вы не только духовно кормляете свое паство, но когда надо, приходите и в минуту скорби и оказываете помощь. По вашему благословению успешно действует канал жизнерадостный Як отца Андрея Плещука. Он несет добро, любовь, свет людям. И он также оказал нам финансовую помощь. Благодарим его. Пусть Бог помогает ему в его добрых делах, добра и любви. Также хочется поблагодарить всех добрых людей, которые молились за меня и сколько могли, оказали помощь. Приближается, владыка Агафангел, День Ангела вашего. Хочется вас поблагодарить за ваше труды, ваше счастье, переживания во всех судьбах людей в нашей епархии. И пожелать вам здоровья, крепости, мира, любви. И чтобы Господь помогал в будущем вам управлять такой прекрасной епархией, которую вы своими трудами и от сердца восстанавливали и приводили в порядок монастыри, храмы с вашего благословения. На много лет вам благости, крепости. Наша Покровская община города Кильи благодарит вас сердечно за все ваши благодеяния. На многое благое лето, дорогой владыка вам.